Вооруженный тремя камерами на гусеничном ходу, робот Жора, друг коммунальщиков, снова вышел проверять ульяновские теплосети. На этот раз гаджет запустили в коллектор близ третьего дома по улице Минаева. Диагностику труб проводят в два этапа. Сначала Жора на тросе отправляется в колодец и разведывает, нет ли чего лишнего, например, мусора. А отсматривает картинку оператор, который находится в машине. Камера обзорная вперед, камера обзорная назад и камера обзорная, которая смотрит непосредственно вниз. На дно трубы. Позже робот возвращается на поверхность за магнитным модулем. С его помощью на трубу подается определенный ток. От 15 до 50 ампер. Так создается магнитное поле, датчики ловят импульсы. Где амплитуда сигнала больше, там тоньше металл. Так и выявляются уязвимые участки. К сожалению, скорость диагностики не позволяет другие участки продиагностировать. Скорость, потому что начало отопительного сезона не за горами и так далее. Вот наиболее такие критичные участки мы диагностируем. Жора работает на теплоснабжающих артериях не первый год. А на этом участке он тем более оказался желанным гостем. А все потому, что это 700-миллиметровая труба, крупная представительница системы коммуникаций. Не было бы Жоры, пришлось бы разрыть большой участок проезжей части, усложнив жизнь ульяновцам. Робот позволяет в десятки раз сократить затраты, сохранить вот эти вот все площади, исключить недовольство жителей и горожан раскопками и определить конкретно, точечно те участки аварийные, которые необходимо заменить. Диагностика проходит в среднем 12 часов. На Минаеве предстоит обследование 150 метров коммуникаций. И только после этого будет решаться вопрос о замене участка трубы, если обнаружатся серьезные повреждения. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Управда ТВ.